Друзья, сегодня 6 марта, а это значит, что пришло время подвести итоги конкурса, который мы устраивали в Ютубе. Для того, чтобы в нем поучаствовать, вам необходимо было открыть подписки в Ютубе, подписаться на наш канал и оставить одно поздравительное поздравление с 8 марта на нашем канале. Так вот, друзья, мы подвели итоги, и два приза вот таких комплектных от наших друзей-партнеров галереи цветов на проспекте Ленина 22 и ресторана Prime мы будем задаривать. На каждом из них, насколько мне известно, это сертификат на 1000 рублей, который можно обналичить и купить, и потратить как угодно. Так вот, мы подвели итоги, у нас есть два победителя, это мультстудия «Кадрики», мы их от всей души поздравляем, ребята, вы молодцы, у вас было замечательное поздравление, ну и, собственно, удачи на вашей стороне. И второй приз мы отправляем Александру Самофалу. Саша, с победой тебя, ура, поздравляем! Забрать призы можно будет 7 числа в 10 на студии канал 16, это Силкина 41, либо уже после праздников весенних прийти к нам и забрать свой приз. С победой, поздравляем! Это, естественно, не последний розыгрыш призов подарков, которые мы проводим у себя. Следите за новостями в нашей группе, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники. Всех-всех-всех поздравляем с победой!